Блин, похуй еще, блядь. Пятый, ну, у тебя же задержка 70 секунд, и после задержки уже пойдет стрим. Да, убери эту хуйню. То есть чат работает, все шикарно отображается. Ты думаешь, а че ж он просит залогиниться нахуй? Да забей на него. Ты можешь не ждать, можешь останавливать, у тебя все работает, все нормально. Чего ты взял? Ну, почему если... не будет работать? Если ты уже сейчас даже увидел свое сообщение, значит на стриме оно тоже будет. Ты же можешь останавливать. Не, ну будет работать, просто вопрос в том, что OBS не отображает сам чат. Ну да. Нет, видишь, отображает, он его на стриме не, видишь, ну, написал. В панели-то не отображает. Ты не понял. Панель не отображает. Вот, ну так ты можешь просто отдельно чат открыть Твича в самом Твиче и все, и не париться. Так что эта хуйня не работает, ебаная? Ну забей на нее хуй, блядь, она ебаная. Опа, пошла Марина, да? Пошла, да? Напиши ты мне, или хорошо там. Ой! Какие ты, а стоять? Да я хорош. Она, видишь, она вот по вот этой должна заходить хуйня, она нахуй не захочет, не хочет.